Иисус пришел нас привести в состояние, когда мы уже не зависим от грехов и не идем в ад. But that is just the first step. Но это первая ступень. What it's really all about. В чем суть всего? Is you being transformed. Это ваша личная трансформация. By the power of Jesus Christ. By the power of Jesus Christ. Силою Иисуса Христа. I want to welcome everybody now who's watching by television today. Я хочу поприветствовать всех телезрителей сейчас. There are tens of thousands when we look at the people watching by television and here in the auditorium. Здесь в аудитории тысячи людей и десятки тысяч смотрят нас сейчас по телевидению. I want you to get your Bibles. Я хотел бы попросить вас взять Библию. Your papers and pens. Papers and pens. Взять ручки, взять бумагу. Take very good notes today. Записывать конспекты, это будет очень полезно. Very important that you get what I'm about to share with you. Очень важно, чтобы вы записали то, чем я хочу поделиться с вами. I want you to write this down at the top of your page. Напишите, пожалуйста, заголовок на странице. What you behold, you become. На что ты смотришь, тем ты и становишься. You see, especially with the young generation today. Особенно касается молодого поколения. There are tremendous influences coming to them. Есть огромное влияние, которое происходит сегодня. There's the influence of television and media. Влияние телевидения и масс-медии. There is the rock culture. Есть рок-культура. There's the sexual revolution. Сексуальная революция. There's the drug culture. Наркокультура. And for many people, materialism is the most important thing. Для большинства людей материализм наиболее важное явление. They worship money and what money can do for them. Поклонение деньгам и что деньги могут сделать для вас. But you see, the number one influence that comes to you comes through your ears and through your eyes. Самое главное влияние, осуществляемое на человека, это через глаза и уши. I call your eyes and your ears the gateway to your soul. Поэтому я называю глаза и уши ворота в душу. What you give your eyes to? То, чему вы придаете свои уши, свои глаза, influences your soul. Влияет на вашу душу. What you behold, you become. То есть на что вы смотрите, вы становитесь таким. Even Christians today, даже христиане сегодня, who've received Jesus as their Lord and Savior, которые приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, many of them still give their eyes and their ears to the things of this earth. Многие из них придают свое зрение, свои очи тому, что земное. They're influenced by the entertainment. Под влиянием находятся развлечений. That is all. Offered to them every single day. Которые предлагаются каждый день. Now I want you to read in your Bible with me Daniel chapter 1 verse 8. Откройте, пожалуйста, со мной книгу Даниила, 1 глава, 8 стих. Let me set the stage for you. Я бы хотел основание положить для вас. Israel had been grabbed up and put in the bondage of Babylon. Израиль был в пленении в Вавилоне в определенное время. David was one of the most influential young men, young leaders in all of Israel. Даниил был наиболее влиятельным молодым человеком среди всего Израиля. And Nebuchadnezzar saw that he was a great young man. Навуходоносор увидел в нем величие и достоинство. Had wisdom beyond his years. Мудрость, которая превосходит его годы. And so he said, "I'm going to bring the greatest of the young men into my palace." Поэтому царь решил самых, но выдающихся молодых людей, представителей поколения, в свой дворец привести. I'm going to give them the greatest teachers of Babylon. Самое лучшее обучение и учителей предложить. The greatest food in Babylon. Самую лучшую пищу, провиант обеспечить. They will see the wealth of Babylon. Чтобы они были открыты к богатству Вавилона. They will behold our celebrations, our parties, as it were. Чтобы они участвовали и наблюдали за тем, как происходит празднование, великие пиры Вавилона. But in Daniel chapter 1 verse 8. Но Даниила 1 глава 8 стих. It says Daniel purposed in his heart. Говорится, что Даниил решил, положил в сердце свое. That he would not defile himself. Не оскверняться. You cannot have one foot in God's kingdom. Невозможно одной ногой быть в Божьем царстве. And the other foot in the world's kingdom. И другой ногой в мирском царстве, царстве мира сего. And say that you're sold out to God. И утверждать, что вы полностью преданы Богу. Jesus said you cannot serve two masters. Иисус говорил, нельзя служить двум господам. For either you will love the one and hate the other, or hate the one and love the other. Иначе одного будешь любить, а другого ненавидеть, или наоборот, другого любить, а первого ненавидеть. It's time for total sellout to God. Сейчас время полностью отдаться Богу.
the more you give of yourself to God, the more He can give of Himself to you. Чем больше предаешь себя Богу, тем больше Он являет себя нам. Just like Daniel in the old days, we are in a God rebellious culture. Так же, как и Даниил в свое время, мы живем в богоборческой культуре, бунтарской культуре. But God is raising up a prophetic army. Но Бог поднимает пророческую армию. People that close in with Him. Людей, которые близки к Нему. That get in prayer and behold His face. Которые отдаются молитве и созерцают Его лицо. See, when you get into the presence of God, когда вы приходите в Божье присутствие, He begins to reveal His passion. Он начинает открывать свою страсть. He reveals His character. Свой характер. He reveals what really moves him. Он открывает то, что действительно трогает его. My wife and I have been married for 40 years. Мы с женой в браке 40 лет состоим. We were married in 1968. В 68 году мы сочетались. She knows me better than anybody in the whole world. Она знает меня лучше всех людей в мире. I know her better than anybody in the world. Я знаю ее лучше, чем кто-либо в этом мире. It's because we have spent much time together. Потому что мы вместе провели много времени. And I'm able to share with her my heart. Я мог делиться с ней своим сердцем. The secrets of my soul. Секретами души. Things that I cannot share with somebody that I'm just casual in relationship with. То, чем я не могу больше ни с кем поделиться, я свободно открывал ей. See, the closer you get to God, чем ближе вы к Богу, the more He can reveal His secrets to you. Тем больше Он открывает своих тайн нам. It's more than just being born again. Это больше, чем рождение свыше. It's being transformed into a child of God. Это означает трансформация в дитя Бога. I share with my sons the most important things in life. Я делюсь со своими сыновьями наиболее важными вещами в жизни. I have sons of the flesh and sons of the spirit. У меня есть физические дети и духовные, физические сыновья и духовные сыновья. Because of my relationship. Из-за моих взаимоотношений с ними. I share the best things that I know with them. Я делюсь с ними самым лучшим, что я узнал сам. It's not that I don't want to share the best things that I know with everybody. Дело не в том, что я ни с кем больше не хочу делиться тем, что узнал сам. But the Lord tells us very carefully not to give things to people who will not use what they have. Но Бог предупреждал нас в Священном Писании не делиться тем, что люди могут неправильно использовать чем-то ценным. So it is important for us, поэтому для нас очень важно, not to be conformed to this world, не уподобляться веку всему этому миру, but to be transformed by the world to come. Но преображаться в подобие грядущего мира. In Romans chapter 12, verse 2, Римлянам 12:2. Please write these verses down. Пожалуйста, запишите эти места Писания. You can look them up now or later. Можем их тщательно рассмотреть позже. It says, do not be conformed to this world. И не сообразуйтесь, то есть не уподобляйтесь веку сему. But be transformed by the renewing of your mind. Но преображайтесь обновлением ума вашего. That you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. Чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. This is a very important scripture. Это очень важный отрывок из Библии. First of all, you do not let the world conform you. Прежде всего, не позволяйте миру влиять на вас. You are not of this world. Потому что мы не от мира сего. You are of the kingdom of God. Мы от Царства Божьего. Since when do we allow the kingdoms of this world to conform the kingdom of God? Can you repeat? Since when do we allow this world to conform us who are of the kingdom of God? Мы позволяем Царству Божию нас преобразить в образ этого самого грядущего Царства. Hallelujah. I pray for my brother because he's preaching for Tommy Tinney and I, and his voice is sore. Спасибо за молитву, потому что мой голос немножко сел. Я перевожу для обоих спикеров. Спасибо. Now listen to me. Послушайте меня. We need to invade
television. Нам нужно влиять и проникать на телевидение. We need to invade the movies. Нам нужно влиять на фильмы. We need to invade the music world. Нам нужно проникать в музыкальный мир. We need to invade fashion. Нам нужно влиять на моду. We should not let the world tell us what is beautiful. Не мир должен диктовать нам, что красиво. We are in touch with the King of Kings and Lord of Lords. Мы связаны с царем царей и Господом Господь. The Creator God who creates everything. Бог с Богом Творцом, который все создал. We are connected to Him. Мы связаны с Ним. So I believe it's time for the kingdom of God. Поэтому я верю, что время Царству Божьему. You are a part. Которого представителями мы являемся. We need to have a revolution. Произвести революцию. Not by force. Не насильственно. But by love. Но любовью. And by the insight of God. И откровением Бога. We are going to become the influencers of the world. Мы станем влиятельными в этом мире. Can I have an amen in this place? Я могу услышать аминь здесь. Now I'm going to preach until you start saying amen, praise the Lord and hallelujah. Я буду проповедовать до тех пор, пока вы не начнете говорить аминь, аллилуйя, слава Богу. If you don't say that, I'll be here 5, 6, 7 hours. When you start saying it, I will shut up. Если вы не будете отреагировать на меня эмоционально и словесно, я буду 4, 5, 6 часов проповедовать. Как только вы начнете бурно реагировать, okay. Это будет время закончить для меня. So, be not conformed to this world, but be transformed. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. How are you transformed? Как мы трансформируемся? This is what I want to talk to you about today. Это то, о чем я сегодня хочу говорить. I want to tell you how to be transformed. Я хочу рассказать, как преображаться. So that you don't stay where you're at right now, but you grow. Не оставаться в нынешнем состоянии, но расти. Very important for you to grow in God. Очень важно вам расти в жизни. Here's what you've got to understand. Вот что важно понять. It is the renewing of your mind that transforms you. Трансформация происходит через обновление ума. As a man or woman thinks in their heart, so they will become. То, каковы мысли в душе человека, таков и он. What you give your eyes and ears to transforms you. На чем вы сосредотачиваете свой взгляд и слух, это преображает вас. What you behold, you will become. То, что вы созерцаете, становится вашим подобием, то есть вы таким. In 2 Corinthians chapter 6. 2 Коринфянам 6 глава. Verse 17 and 18. 17-18 стихи. The call of the Lord is this. Призыв Божий таков. Come out from among them. Выйдите из среды их. And be separate. И отделитесь. Says the Lord. Говорит Господь. Do not touch the unclean. Не касайтесь нечистого. And I will receive you. Я приму вас. And I will father you. Я буду отцом вам. And you shall be my sons and my daughters. И вы будете сынами моими и дочерями моими. Says the Lord. Говорит Господь. Again, you cannot live in two worlds. Опять же нельзя жить в двух измерениях. You will reflect the nature of the world you are most familiar with. Вы будете отражать сущность того мира, частью которого вы являетесь, из которого вы наиболее знакомы. Please write that down. Запишите эту мысль, пожалуйста. You reflect the nature. Вы отражаете сущность или природу. Of the world you are most familiar with. Того мира, с которым вы наиболее знакомы. The world you give your eyes and ears to. Которому вы придали свой слух и зрение. Are you keeping God before your heart? Храните ли вы в своем сердце Бога? Are you looking to Him? Смотрите ли вы на Него? The battle pattern, according to the Bible, is very clear. Образец библейский весьма ясно говорит. Let me share with you that when Daniel was in Babylon, когда Даниил был в Вавилоне, he made a covenant with his eyes. Он заключил завет с очами своими. He said, "I will not defile myself." Он говорит, я не буду оскверняться. Even when the proclamation came out, даже когда провозглашение прозвучало, that everybody in the land, including the slaves, Israel. Даже что все в земле Вавилонской, включая рабов еврейских, they were ordered to bow down to the gods
that were there in Babylon. Должны были преклониться, ну, при возвещении пред идолами или богами вавилонскими. There was a decree that you no longer could pray to the God of Israel. То есть вышло постановление, что нельзя поклоняться Богу Израиля. But Daniel continued to pray three times a day toward Jerusalem. Но Даниил продолжал возносить молитву трижды в день, направляя свой взор в сторону Иерусалима. The Bible says he would go into his room and open up the windows. Библия говорит, он заходил в свою комнату и открывал окна. And stand there and praise the Lord. Направляя очи на восток, он славил Бога и поклонялся живому Господу. He would say something like this in Hebrew. Он говорил что-то подобное на иврите. Baruch Adonai Eloheinu Malach HaOlam. Blessed art thou, Lord God, King of the universe. Благословен Господь Бог, Царь Вселенной. He was not afraid of Nebuchadnezzar's threat. Угроз Навуходоносора. He decided he would behold the Lord. Он решил смотреть на Господа. Three times a day. И три раза в день. He understood. Но он понимал. What you behold, you become. То, на что ты смотришь, таким ты и становишься. If he looked upon the beautiful women of Babylon. Если смотреть на прекрасных женщин на Вавилона. His eyes and ears and heart would be given toward them. Его сердце, глаза и уши отдались бы этому. If he looked at the riches of Babylon. Если он бы смотрел на богатство Вавилона. He would be enticed to go after those riches. Он бы предан был преследованию этого богатства. So three times a day. Трижды в день. He would stop. Он останавливался. Everything aside, откладывал все в сторону, and begin to check himself, и начал исследовать себя, in case his soul had become polluted, на случай если его душа осквернилась. Did you know your soul can be polluted? Вы знаете, что души наши могут оскверняться? Every day, каждый день, you are tempted to have your soul polluted. У нас есть искушение оскверняться в душе, оскверняться. You cannot drive down the street, мы не можем идти или ехать по улице, and not see billboards that will try to pollute your soul, и не видеть билборды, которые пытаются осквернить наши души. Материализм. Сексуальность. Liquor. Алкогольные напитки. All of these things are coming at you. Все это как бы влияет на нас. And you may not even realize it. И даже не осознавая But if you того. Give your heart to those things, even the slightest little если bit. Даже немножечко придать свое сердце этим вещам. Temptation comes into your soul. Потому что искушение приходит and you в душу. Start to become polluted. Мы начинаем оскверняться. I'm here to share with you the biblical хочу сказать pattern вам, что библейский образец of transformation. Трансформации. Pray three times a day. Молитесь трижды в день. And there are three levels of prayer. Есть три уровня молитвы. A lot of Christians today многие христиане сегодня come to God with their list. Приходят к Богу со списком their prayer requests. Молитвенных нужд. And when they do that, когда они это делают, they just give their request and say amen and walk away. Они представляют свои нужды Богу, говорят аминь и уходят. So, God does not have a chance to speak to them. И таким образом не дают возможность Богу говорить с ними. They don't know God. Они не знают Бога. He's just sort of like a special friend they ask favors of. Он для них как особенный друг, у которого можно всегда что-то просить. They're not really spending time with him. То есть люди не проводят времени с Богом. They're not getting to know him. Не пытаются развивать близкие отношения с ним, чтобы узнать его. It's vital for us to realize there are three levels. Для нас жизненно важно понять, что есть три уровня подхода к Богу. The first one is reflection. Первое это рефлексия. Please write the word reflection down. Запишите это слово. And then write this scripture with it. И место писания. 1 Иоанна, chapter 3, 3 глава, verse 1 through 3. С 1 по 3 стихи. Let me read it for you. Я хочу прочесть с вами это. Beloved, now are we the children of God. Возлюбленные, мы дети, теперь мы дети Божьи, со второго стиха. And it has not yet been revealed what we shall be. Но еще не открылось, что будем. But we know when we see, when he is revealed, знаем только, что когда откроется, we will be like him. Будем подобны ему. For we shall see him. Потому что увидим его. That's the eye gate to the soul. Это ворота души или окна души. We will see him as he is. Мы увидим его, как он есть.
And everyone who has this hope, всякий, имеющий сию надежду, purifies himself, очищает себя, just as he is pure, так как он чист. This is a very, very important scripture. Это очень важный отрывок из Писания. Now we know it's talking about when we see him come in his glory. Мы знаем, что речь идет о том, когда мы увидим его в славе, грядущей славе. I want you to understand that you can see him in your heart every day. Но поймите, что мы можем видеть его каждый день в своем сердце. You reflect upon him. Мы созерцаем его. Hallelujah. Hallelujah. You see, I'm standing here by a younger man. Я стою перед молодым человеком сейчас. He does not have the same physique that I have. У него нет такой стати, как у меня. He's thin. Он стройнее. And so when I stand beside him, поэтому когда я стою рядом с ним, I look at him and I look at me. Я смотрю на него, затем на себя. And I do not reflect him. И я не похож на него, не отражаю. Two reasons. По двум причинам. He's younger. Он моложе. And I eat too much. И я слишком много кушаю. Amen. You can laugh, it's okay. Можете посмеяться, это нормально. So, итак, now when I see him, I want to start exercising. Итак, глядя на него, я вдохновляюсь заниматься упражнениями. I want to cut out the chocolate. Cut out the chocolate. Я хочу отказаться от шоколада теперь. I don't want to eat so much meat and get fat. Я не буду слишком много мяса теперь кушать. Because I want to reflect him. Я хочу похожим быть на него. Now that's a little funny story. Но это забавная история. But when you look at Jesus, но когда вы смотрите на Иисуса, and then you look at yourself, и смотрите затем на себя, you decide I want to be like him. Вы решаете быть подобным ему. I don't want to be like this person over here in the world. Я не хочу быть похожим на этого человека рядом на земле. I want to be like Я хочу быть как Иисус. That is the area of reflection I'm talking about. Это область уподобления или отображения. What you behold, то на что вы смотрите, you will become. Таким вы становитесь. If you look at the plate of food too much, если слишком долго смотреть на тарелку с пищей, you will partake of it. Вы обязательно будете участвовать в этом. And you will look like a cupcake. И вы будете похожи на cake. Вы будете похожи на торт, кусок торта. So don't look at the food too much. Слишком много не рассматривайте пищу. Now, the next level is examination. Number two is examination. Второе исследование. Рефлексия или отображение. Второе исследование. It's very important for you and I to examine ourselves. Очень важно для нас с вами исследовать себя. In the light of who he is. В свете того, кто он. You see, once again, you may have become angry at someone in the last 3 hours. Вы за последние 3 часа могли на кого-то разозлиться, раздражаться. And the Bible talks about roots of bitterness getting down in your soul. Но Библия предупреждает нас о том, чтобы мы не пускали корни горечи в свое сердце. You see, if you don't walk in instant forgiveness, если вы не ходите в мгновенном прощении, you're absolutely stopping God's blessing from coming to your life. Вы предотвращаете Божье благословение в своей жизни. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. So maybe somebody said something about you and you don't like it. Кто-то что-то сказал о вас, вам это не понравилось. And so you start to become angry. И вы начинаете злиться на человека. Unforgiving. Не прощая его. Bitter. Горечь появляется. But then you go into your prayer closet. Но затем вы идете в молитвенную комнату. Because you've developed the habit now of seeking God 3 times a day. Видите ли, у вас же развиваться начала привычка трижды молиться в день Богу. You reflect on his beauty. Вы созерцаете его красоту, его святость, his willingness to forgive. Его желание прощать. Then you look at yourself. Затем вы смотрите в себя. You examine your heart. Исследуйте свое сердце. And here you are angry. И вот вы в раздражении. And the Lord says you must repent of that anger. И Господь говорит, тебе нужно покаяться в гневе. So that your soul does not become polluted. Чтобы душа не осквернялась. And that's just one example of many. Это только один пример. There are many kinds of lusts that will come before your eyes and your ears. Есть много разных видов похоти, кроме пищи, которые могут осквернить вашу душу. So you must again reflect on him. Опять же, первый пункт будет лучше созерцание. In 2 Corinthians chapter 3, исследование. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Verse 18. 18 стих.
But we all with unveiled face. Но мы все открытым лицом. Beholding as in a mirror. Как в зеркале взираем. The glory of the Lord. На славу Господню. Are being changed преображаемся into his likeness. Славу Божию. Now please understand. Пожалуйста, поймите. God is transforming us into the same likeness of the Lord Jesus. Бог преображает нас в тот же образ, который во Христе Иисусе. From glory to glory. От славы к славе. By the Spirit of the Lord. Его духом, духом Господним. Have you ever noticed how in the church? Вы заметили, как в церкви? Many of the people begin to reflect the fashion of the world. Многие люди начинают тут уподобляться, ну, моде популярной в мире. Even in the church, many times our clothing has become suggestive. Даже, ну, одежда становится соблазнительной в церкви. It's because we are being bombarded daily. Потому что ежедневно бомбардируют нас. With pictures of the world. Образами этого мира. And we begin to take on their glory. И мы начинаем уподобляться мирской славе. But the Bible says that we are to move from glory to glory. By the Holy Spirit. Но Библия говорит, чтобы мы от славы к славе переходили. Come out from among them and be separate. Библейской, то есть отделиться от мира, стать отделенными. Touch not the unclean thing. Не касаться нечистого. Now I'm telling you where I'm going with this. Я хочу показать вам, куда мы движемся. When you become a God pleaser. Когда вы становитесь угождающим Богу. Because you're a God seeker. Потому что вы искатели Бога. You're going to open up all of the blessings of heaven. Вы обнаружите все благословения небес. To come upon your life. Которые будут приходить в вашу жизнь. You're pushing out the things that separate you from the kingdom of God. Вы будете отодвигать, устранять все, что отделяет вас от Божьего царства. There's no sickness and disease in the kingdom of heaven. В Царстве Небесном нет болезни, нет немощи. There's no fear and depression in heaven. Нет болезни, страха и депрессии на небесах. There's no lack in heaven. Нет никакого недостатка на небе. The closer you get to God, чем ближе к Богу, and the more you begin to reflect His world, чем больше вы Его мир созерцаете, the more God can give you the blessings of the kingdom of God. Тем больше благословений царство Бог может дать вам. You cannot have one foot in your world. Нельзя быть одной ногой в мире. And one foot in His world. Другой ногой в Божьем мире. You cannot reflect the desires of humankind today. Вы не можете видеть нужду человечества сегодня. And reflect a desire to know God. И одновременно желать того, что хочет Бог. You're fooling yourself. Вы как бы тогда обманываете себя. The most dangerous place in the world. Это самая опасная позиция в этом мире. Is for someone to be satisfied in their deception. Чтобы кто-то был удовлетворен, находясь в состоянии обольщения. Write it down and don't forget it. Напишите и не забудьте это. The most dangerous place in the world. Самое опасное в этом мире. Is for you to be satisfied. Быть удовлетворенным. In deception. В состоянии обольщения. We are to understand that we are gods. Нам надо понять, что мы Божьи. We belong to God. Мы принадлежим Богу. We are to be separated unto Him. Нам надо быть отделенным для Него. Now I'm not trying to put you under law. Я не пытаюсь вас загнать под закон. I'm trying to put you in relationship. Я хочу вас привести к взаимоотношениям. It's so amazing how children will, especially young boys, will try to reflect the image of their father. Удивительно, как дети пытаются подражать своему отцу особенно. In America there's a television commercial. В Америке есть телепередача. And it's about a father smoking a cigarette. Рекламный ролик о том, как отец курит сигарету. And it's a subject of going for health because cigarettes can cause cancer. И вопрос касается здоровья, потому что курение сигарет, курение табака вызывает раков. There's a little boy, maybe 3 or 4 years old. И 3-4-летний мальчик. And he's watching his father wash his car. Смотрит, как папа моет машину. And his father stops and picks up a cigarette. Как тот поднимает, берет сигарету, зажигает ее. And he lays it down. Затем кладет.
and the little three-year-old boy sees his father. И трехлетний мальчик видит отца своего. And he picks up his cigarette. Затем берет его сигарету. And it says, like father, like son. Говорит, какой отец, таков и сын. That's what you behold, you become. То есть на что мы смотрим, такими мы становимся. I'm not talking about legalism here. Я не о законничестве говорю. I'm talking about beholding the beauty of the Lord. Я говорю о созерцании красоты Бога. And when you see Him. Когда видишь Его. When you know Him. Когда знаешь Его. Nothing of this ничего в этом мире can compare to His beauty. Не может сравниться с Его красотой. When you get lost in Him. Когда ты полностью погружен в Него. When you worship Him. Поклоняешься Ему. The joy of the Lord becomes your strength. Радость Господа становится твоя сила. You are changed from glory to glory. Славу. Hallelujah. Hallelujah. There is a word in Jewish understanding. В еврейской культуре есть слово. I asked the rabbi about this word. Я спросил раввина значение его. Just yesterday. Вчера. It's the word хавана. Это слово хавана. 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 Means it's a prayer term. It's a prayer term. Это молитвенная череда. And it means shutting everything of the world out. Это смысл слова. Термина, and когда ты все мирское удаляешь totally focusing upon God. И полностью сосредотачиваешься на Боге. So when the Jewish men wrap themselves in the talit, когда в талит облачаются иудеи, they say they are tabernacling with God. Они говорят, я в скинии с Богом облачаюсь. Now, you know, in Israel, the tabernacle was destroyed in 70 AD. Вы знаете, что в 70-м году была разрушена скиния. And it was where people would go to get into the presence of God. И на самом деле это же то место, где люди приходили в Божье присутствие. When Daniel prayed three times a day, когда Даниил молился трижды в день, he would wrap himself in the talit. Он облачался в талит. It is the meeting place. То есть это было место встречи. The gathering place. Место собрания. Where we tabernacle with God. Где мы уединяемся с Богом. We're shutting the world out. Мы как бы отключаемся от мира. And we're beholding Him. И созерцаем Его. You will see many of the Jewish people when they pray. Когда люди, иудеи молятся, они вот так делают, движения такие. The scripture says, with all my bones I will praise thee. В Библии написано, что всем своим естеством буду поклоняться ему. Three times a day. Трижды в день. Real observant Jews. По-настоящему иудеи соблюдают это. Stop everything that they're doing. Иудеи останавливаются, что бы они ни делали. And they'll seek the face of God. Ищут Божьего лица. They will say, Baruch Ata Adonai Eloheinu. Они говорят так, Baruch Ata Adonai Eloheinu. Malach Ha'alam. Царь Вселенной, благословенный Ты, Господь Бог. King of the universe. Царь Вселенной. They'll say, Baruch Hashem Adonai. Они говорят, Baruch Hashem Adonai. Благословено имя Твое, Господь Бог. And they're shutting out the rest of the world. То есть они как бы отключаются от всего мира. But where are the observant Christians? Но где эти христиане, которые соблюдают это? Where are the Christians who say three times a day? Христиане, которые трижды в день. I'm going to reflect upon him. Говорят, я буду созерцать его. I'm going to examine myself. Я буду исследовать себя. And I'm going to cleanse my soul. Я буду очищать свою душу. The third one is cleansing your soul by repentance. И третье очищение души через покаяние. You check and see if any lust entered in. Вы исследуйте себя, есть ли какая-то похоть внутри. If any hate came in. Есть ли какая-то ненависть внутри. Any bitterness came in. Есть ли горечь есть внутри. And you want to cleanse your soul. Вы хотите очищать свою душу. So three times a day. Трижды в день. Morning prayers. Утренняя молитва. Afternoon prayers. Обеденная молитва. Evening prayers. Молитва. You begin to reflect upon him.
Вы начинаете созерцать его. So that nothing can come between you and the Lord. Чтобы ничего не было между тобой и Богом. When this happens, когда это происходит, you are opening all of the resources of the kingdom of heaven. Вы открываете дверь во все Божьи ресурсы. To come into your life. Они становятся частью вашей жизни. And the reason for that is because God cannot give His precious gifts. Бог не может свои драгоценные дары давать. Where there is unrighteousness. Неправедности. We are to be God's people. Мы должны быть Божьими людьми. Will we be tempted? Будем ли мы искушаемы? Every day. Каждый день. Three or four times a day. Трижды, четырежды раз в день. Three or four times an hour. Может быть, три раза, четыре раза в час. And we may just go on and not do anything about it. Но если продолжать и ничего с этим не делать. But if we begin to go into the biblical pattern. Но если мы обращаемся к библейскому образцу молитвы. Three times a day. Трижды в день. Till we get into the state of kavana. Пока мы не войдем в состояние кавана. We're not thinking about the world. Когда мы не думаем о мире в этот момент. We're not thinking about what we want and desire. Когда мы не думаем о том, чего мы хотим. We're reflecting Him. То есть мы только Его созерцаем. Oh God. Holy God. Святой Бог. Pure God. Чистый Бог. Jesus. Иисус. Savior. Спаситель. You are holy. Ты свят. You are beautiful. Ты прекрасен. King of kings. Царь царей. Messiah. Мессия. Oh God. О Бог. I see you. Я вижу тебя. I'm hungry for you. Я жажду тебя. I want to know your heart. Я хочу знать твое сердце. I want to know your secrets. Я хочу знать твои тайны. I want to know your passion. Я хочу знать твою страсть. О Бог. The world means nothing to me. Мир ничего не значит для меня. You are the most beautiful of all. Ты великолепен, ты прекрасней всего. You are the rose of Sharon. Ты лилия Саронская, лилия долин, the bright and morning star. Яркая утренняя звезда. Oh, I want to know you. Я хочу знать тебя. Oh, but I remember I got angry just a few moments ago. Я вспомнил, Господи, я раздражался несколько минут назад. Forgive me of that. Прости меня за это. I repent. Я каюсь. I forgive. Я прощаю. I will not lust. I want to be like you. Я не буду похотливым. Я хочу быть как ты. And then, и тогда, Father says, отец говорит. I've been waiting for this. Я ждал этого. I want to bless you. Я хочу тебя благословить. I want to heal you. Я хочу исцелить. I want to increase you. Я хочу быстро. It's a time of transformation. Это время трансформации. It's not just being redeemed. Это не только искупление. It's also about being transformed. Но трансформация. How many of you want to be transformed believers? Кто из вас хочет быть преображенным? If you really want to be a transformed believer, stand your feet. Если вы хотите действительно быть преображенными верующими, встаньте, пожалуйста. Hallelujah. Begin to worship the Lord. Давайте поклоняться ему. We worship you, Jesus. Мы поклоняемся тебе, Иисус. We worship you, Jesus. Мы поклоняемся тебе, Иисус. We worship you. Мы поклоняемся тебе, Иисус. You are holy. Ты святой. You are righteous. Ты праведный. You are pure. Ты славный. You are beautiful. Ты прекрасен, Господь. You are so beautiful. Ты так прекрасен. Oh God. О Бог. My friends. Мои друзья. In a few hours this conference will end. Через несколько часов закончится конференция. Those of you who are watching by television. И те, кто смотрит по телевизору. In a few hours you will not see this particular event. Вы уже не увидите больше это конкретно событие. And your life goes on. Ваша жизнь будет продолжаться как обычно. And you can go back into the same cycle of living. Вы можете вернуться к тому же циклу жизни, какой был прежде. Just out of habit. Просто из привычки. You go back to the way you were before. Вы возвращаетесь к тому, какими вы были. What I'm teaching to you today. Но когда я вас учил сегодня. Is a change in the cycles of your life. Это привносит перемену в цикл жизни. Even if you do not have time to give 3 hours a day. Даже если у вас нет времени на 3 часа времени с Господом. 3 times a day. Но трижды в день. Stop everything. Можно остановиться в том, что ты делаешь. Shut everything out. Выключить все. Begin to get in His presence. Начните
присутствие Его простираться. Позвольте Его присутствию трансформировать вас. Вы никогда не останетесь такими же. Аллилуйя! 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 God bless you. I love you with all my heart. Да благословит вас. Я люблю от всего сердца вас. Tommy will be here again tonight preaching. Don't miss it. Сегодня Томми Тенни будет вечером проповедовать. Не пропустите. It's very important for you to get everything you can. Это важно взять все, что только можно от него. Out of these meetings. На всех этих собраниях. Аллилуйя! Давайте, давайте дадим Господу большую, 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 большую славу. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Бог наш, за Слово Твое! Боже, мы хотим созерцать красоту Твою! Одного просил лишь у Господа созерцать красоту Твою, Господь! Говорит Давид. И мы просим Тебя об этом тоже, Боже мой. Научи нас созерцать красоту Твою. Научи нас, Господь, насыщаться образом Твоим, образом сердца Твоего, обликом Твоим каждый день. Дай нам больше и больше познавать характер Твой, сердце Твое, мотивы Твои, поступки Твои, чистоту Твою, верность Твою. Оу, дай нам больше смотреть на Тебя каждый день, Господь, поднимая глаза на Тебя. Дай нам, Боже, видя, какой Ты, заражаться Тобой, принимать Твои решения, святые решения, очищаться в подобие Твое, каяться перед Тобою во всех грехах наших, во всех, Господь, проступках наших, во всех, Господь,